Так, все понятно. Открытие покатушек будет в этом году 30 числа. Странно, на другом форуме пишут, что открытие покатушек будет 29 числа. Так, а вот в этой группе вообще пишут, что роллеры рассорились друг с другом, эти открывают 29, эти открывают 30, а некоторые люди вообще в мае, в середине собрались открывать. Так, и как мне выбирать, если я просто хочу прокатиться в хорошей компании, а? Пора писать эксперту по покатушкам. О, привет, Саша. Я думаю, что душевнее, теплее, ламповее будет именно 29-го. Ну, значит, решено. Едем кататься 29-го. Погнали кататься. Ну что, у меня все четко по закону жанра. 15 минут до старта, а я где-то в 2 километрах от старта. Нужно будет успеть, но на роликах 2 километра за 15 минут. Это практически улитка. Старт у нас сегодня от речного вокзала. К сожалению, погодка, блин, не шепчет. Утром и то выглядывало солнышко, а сейчас как-то нет. Надеюсь, мы там не задубеем на этой покатушке сегодня. Я уже, блин, как воробей вот так вот сжался, потому что ветерочек что-то холодный. Тут интересно, мы когда в Москву приехали, здесь вокруг речного вокзала, здесь такая была территория, такая полуразрушенная. Мы же тогда только приехали из Сибири, у меня брат такой посмотрел на всю эту суровость, говорит, ну, если что, пойду работать в спорт, здесь есть спорт. Теперь только надо найти этот народ весь. Потому что старт уже через 5 минут, а ни одного роллера я пока не вижу. Так, у меня тут небольшое ЧП, потому что стартуют они не от самого речного вокзала, а от парка возле речного вокзала. Поэтому мне придется немножко ускориться. Нормально, успеваю. Вон не тусуется. Ну, то ли из-за погодки, то ли из-за того, что там группы какие-то рамсы между собой устроили. Народ сегодня не то, что прям много. Да, что-то сегодня прям скромненько. Может, остальные потом подгребут. Мы, короче, ловимся, у нас скорость, аж ветер в волосах. Прям несемся. Он Зауру сдувает. Сдувает, парни. А, здесь бегун догоняет. Черт, нас уже пешие обгоняют. Вот смотри-ка, ребзи-то все-таки поехали.
елки. Неожиданно. Короче, к середине покатушки мы хоть как-то разогнались. Ехать стало веселее, приятнее. Как всегда с приключениями, вон КамАЗ объезжали какой-то по грязям. Ну и народ немножко раздвигался. Так что изначально было скучновато, а сейчас уже хорошо. Ну и традиционно на покатушках пятерочка. Иногда это бывает магнит. Сегодня пятерочка. Давай.